Всем доброго здоровья, дорогие друзья! Сегодня 2 апреля 2024 год. Мы находимся в окрестностях села Шульговка Днепропетровской области и отправляемся на поиски весенних грибов, а это сморчковая шапочка и, возможно, сморчки попадутся. Катя с тещей моей уже там. Вроде бы нашли полянку. А, всем привет. Ну как успехи? О. Ну, свежие. Вроде бы только недавно и вылезли. Да, но есть и большие такие. Ну еще не отходят они. Только начали, наверное, да? Угу. Появляться. Мало, мало. Ну как успехи? Привет. Привет. У тебя как у мамы примерно. Ну. Ну смотри. Еще же они вроде бы не отцветают. Да? Как сказать? Этот умер еще маленький. Засох. Засох. У нас пару дней была такая аномальная жара. Да. Пару дней или один день? Да дня два. Больше 20 градусов. 24 градуса днем. Даже некоторые в футболке уже ходили. И это только начало апреля. А все потому, что из Африки пришел какая-то воздушная масса, которая даже принесла с собой пыль с пустыни Сахара. И сегодня вроде бы как даже говорили, чтобы окна предупреждали, чтобы не открывали. Да? Да, пыль из Сахары может попасть. Но это тепло ненадолго, дальше будет похолодание, однако незначительное. Мы можем видеть уже с вами зеленую дымку на кронах деревьев. Это маленькие листочки. Не на всех, конечно. Но уже есть. Некоторые кустики совсем уж зеленые. Приближаемся к местечку, где однажды я находил сморчки конические. И видим, что здесь кабаны все повырывали в поисках корешков или червячков, чего они там ищут. Вот привел на пастбище, но они только вот начали расти, их совсем не видно под листиками, прячутся. Так что ж присоединился? Я вас привел сюда. Катя, смотри под ногу и не раздави. Не выдумывай. Коротконогие пока. Ну, они только вот пошли. А мы удивляемся, что их так мало. Ну, с тем еще дети. Я помню, тут такие уже аж гнулись. Вот так вот торчки. Ну, местами, наверное, так происходит. Мы ходим по местам, где ранее я находил целыми полянами сморчковую шапочку. Единичные экземплярчики попадаются. Я так понимаю, что только они начали расти. Не думаю, что их здесь собрали уже. Ведь они какие маленькие. А возможно, не каждый год они так хорошо растут.
Сегодня у нас в городе была крайне неспокойная ночь. Особого желания и настроения ехать в лес не было. Но все же надо выбираться здесь как-то. Легче и дышится, и нервы успокаиваются. Я, конечно, понимаю, что где-то еще жарче. Но сегодня так громко были слышны взрывы. Кто помнит из предыдущих видео весенних, это местечко, где бесчинствуют бобры. Посмотрите, молодые деревца лежат. Это только начало. Я помню, там похуже дела обстоят. И главное, что ты сделал, да? Поточил зубы, или они питаются этим? Поточил, завалил и пошел к другому. Не, ну это природа, они как бы сами разберутся, конечно, тут. Да какой дом? Ты видишь просто. От нефиг делать. Кабан пришел, сморчковое место разрыл. Бобер пришел, деревья завалил. Один я хороший. Катя вон пришла, грибы повыкорчевывала с корнями. Я за этим сюда и пришла. А вон еще сухенький. А. Говорят, берешь сухенький, бросаешь водичку, и он там расползается по ней. Да. Жирный. Это прям гигант на сегодня. Угу. Вот на тропиночке еще два. А, ну и там вдали. Цвет такой необычный, я даже не знаю, что это за цвет, Катя. Какой? Не коричневый и не серый. Горчичный. Какой-то грязно-горчичный. Я вот даже без корзинки решил. Коли уж их не так много, да, будем в одну собирать. Прям надрывается Катюша. Конечно. Ну это мы пришли в нормальное местечко, смотри. Это сухостойчик. Это влажностойчик. Такая ложбинушка. От болотца отходит. Максимка еще сегодня спать не давал. На лицо мне ноги закидывал всю ночь. Крутится вот так, как этот муравей. По кровати. Оно ж сегодня страшно было ночевать отдельно. Пупеночек. Катя, прикрой туза. Вечно вырядиться в ліс. Не, щоб пальто якесь додолу надіть. Вот они, ножки совсем не видно, одни шляпки. Видите?
еле-еле над почвой приподнялись. И вон вот, видишь, какие крохотные, одни шляпки. Ой, ну тут чтоб не с землей. Ой, а вон, смотри, какие красивые, синие. Смотри. Целая голова. Нету ножек практически, действительно одни шапочки морщковые. Вон, смотри, какие красивые. Красивые? Да, по-моему, они практически одинаковые. Тут под краем. Да, я небольшой фанат этих грибочков. Держи. Но весной другой альтернативы нету. О, эти из-под листьев не вылезли. Цвет имеют потемнее. Видите? Там, ой, бедненький. Очередное место, где гулял бобер. Какие деревья, сколько ж понадобилось времени, чтобы оно таким выросло огромным. И взять это так все и спохабить. Да. Есть люди, которые едят бобров. Их хвосты едят. Я даже в Ютубе видел, кто-то готовил. Вот такие недоедки пооставлял. Да? Лохматый шмель. Мячи поделал. И вон там лежат. Интересно, он тут один или тут семейство? Вот дошли мы до места предполагаемого сморчкового места. Мы в прошлом году, да, Кать, тут собирали? А. Кто там, мам? А, гадюка. Ага. Гадюку увидела мама. Залетная. Не идем к ней. Катя посчастливилась с первой встретить. Конический. Не, это не конический. Это какой-то другой сморчок. Какой-то. Иди к нам. А мам, это обычный. Это сморчковая шапочка, по-моему, Катя. Мама там кричит, что там гадюка. Мама увидела гадюку, нашла. А гадюка увидела маму. Нет, это прям этот сморчок. Смотри. Вот у Дима мне тут рассказывает. Да. Сморчковая шапочка. Маленький. Сморчковая шапочка. Маленький, но есть. А вот я нашел более черный. Такой как надо. Место для сморчков. И вот он вылез. Средь какашек. О, вот, смотрите, какой. Офигеть. О, вот это вот классический. О, вот это да. А вон, смотри, Кать, под пенечком. Точно. И вот два даже их там. Смотрите, один. Их так. Надо не открывать, маме показать. Да, вернемся к этому, который средь какашечек зайца вырос. А ну подожди, не снимай. Мам! Здесь, например, вообще муравейник. Иди сюда. Так к нам обойди. Иди быстрее. Пока мама боится, мы здесь
подлохматимся. На самом деле мы все маме отдадим. Так, я сейчас вам классический покажу. Не срывай. Кать, ну ты у тебя мои сорви, а я твой. Это мой. Не трожь. Иди посмотри. Мам. Большая, зеленая. Зеленая. И такая вот. Не убегала? Лежит. Она вас видела? А я не знаю, она не двигается. Она лежит вот так вот. Как-то вот так. Ну пойду гляну. Зеленая, вон там. Пойду гляну. Идем. Покажу. Я хотела туда идти. И на этом месте смотрю это. Вон же белый гриб вот тут. Белый гриб. А, да. Видел? Да. А гадюка где-то тут? Подожди. Где она? Где она? Ну, может, уползла уже. Подожди. Она там была, в кустах? Она вот здесь вот была. Что-то мне только что мелькнуло узоры. Ты что, да? Что она ушла? А, вон она лежит. А, вон она, точно. Вон она лежит. Фу. Но она может как стрела выпрямиться вот и прыгнуть. Да просто они сейчас еще кволые. Она спит, наверное, еще. Да, греются, повылазили. Видно ли вам, друзья мои? Вон она. Да, она, наверное, спит. Она спит, не трогай ее. Дима. Да она не сдохла? Дима, что у нее язычок не двигается. Она еще спит. Да, наверное, спит. Ну пусть спит. А вот этот белый гриб. Белый гриб. Вот можете отметить для себя, что змеи уже повылазили. Она вылезла, но она еще сонная. Они говорят, сонные тоже очень агрессивные. Ну, если их беспокоить. Это вообще эталонный. Угу. Он достоин фотосессии. Тут, кстати, маслята могут быть, когда потеплеет. Ага. Мы уже устали лазить по этим дебрям, поэтому движемся к автомобилю с таким вот скромненьким результатом. Но грибочки есть уже. И у мамы там есть. Мы ей вдобавок своих насыпем. Ну, всем пока, друзья. До новых встреч. Всем крепкого здоровья. Настоящие грибалки еще впереди. Пока. Пока.